Всем привет, сегодня хочу отзыв оставить на монитор Xiaomi. Вот такой монитор, 34 дюйма. В принципе, монитор нормальный, хороший. Кто-то говорил, что у него шлейфы есть. Да, шлейфы есть, конечно, это монитор, но на градиент черного цвета, когда вы вот так, например, пролистываете, чуть-чуть черный цвет бликует. Чуть-чуть. Ну так, если большие и сильно темные цвета, то они будут бликовать, конечно. А так, в принципе, монитор хороший. Вот такой себе еще материнскую плату заказал с процессором. 32 гига оперативки. Процессор Xeon E5-2667V4 и 32 гига оперативной памяти DDR4. И туда еще потом NVMe поставлю, SSD-диск, все туда можно вставить, короче, хорошая материнская плата, вот такая, ну, она среднебюджетная получается. Придет где-то до 12 декабря, вышло все 12 576 рублей, в принципе, нормально. Вот такой вот монитор, в принципе, я всем довольный, в принципе, нормально, ничего про него плохого сказать не могу. Большой широкоформатный монитор. Отлично. Ну вот если бы мне сейчас его сказали покупать, я бы, конечно, его покупал, потому что монитор реально хороший. Все, скидки на AliExpress теперь потихоньку проходят. До 11 декабря вроде бы будут. Но уже вроде бы... Ну так они постепенно, скидки 11, например, ноября были большие скидки. Потом постепенно скидки эти уходят. И... Если на Озоне такую же материнскую плату покупать, Qida X99, да, то она, конечно, там будет дороже. Там комплект похуже с материнской платой. Она стоит намного дороже. Там что-то 16 даже тысяч, 14 тысяч. А тут вот такая вот материнская плата. Вот такая будет. Здесь даже VRM охлаждение есть. Вот материнская плата. То что, в принципе, монитор отличный вообще за свою цену. И сейчас он, конечно, на Озоне можете его купить за 23 тысячи, но на Озоне покупать, сами понимаете, он может прийти вам с битыми пикселями. Почему люди такие товары, мониторы надо покупать только в магазине? Потому что с битыми пикселями будет монитор, потому что про этот монитор отзывы были, что там битые пиксели были, потому что где-то пиксель красный горел. Это вообще опасно, кстати. Здесь, кстати, идет еще 4-канальная оперативная память, 4 канала. На моем процессоре 2 канала только поддерживается, а здесь 4. Сейчас игру протестируем. Diet Island 2. На процессоре i7-3770. Стоковый, обычный. Экран поставил 2560 на 1080. Потом что здесь дополнительный. Ультра стоят. Все на ультрах. Экран. Все. Экран почти на высоком. Сейчас проверим, как она будет играть. Нажимаем продолжить. Сейчас посмотрим, как она будет загружаться. Быстро или не быстро. Все, игра загрузилась, сейчас посмотрим, как она будет играть. Игра про зомби. В первой части тоже играл, там на острове надо было играть. Это вторая часть. Это уже миссию много здесь попроходил. Здесь опять с кем-то переговорить надо. Такая вот игра. Ну, короче, монитор шикарный, например, если вы в игры играете, то нормально. Здесь вот такое у них убежище. Графика здесь хорошая, в принципе. Здесь город
когда вы все вместе проходите, здесь город почти как в GTA 5 Голливуд. Здесь надо поговорить с человеком. Он штангу тягал. Вот такая вот миссия. Сейчас опять с кем-то переговорить надо. Короче, игра идет 60 FPS. При том, что процессор уже слабый. Alan Wake 2 вышла игра. Это уже на этом процессоре уже она не запустится, потому что там каких-то инструкций нету. А в X2 инструкции идут. Короче, нет. Здесь сейчас опять куда-то идти надо. Вот так вот оружие можно убирать. УЗИ даже здесь есть. Вот я УЗИ уже нашел. Здесь УЗИ есть. Разные ружья есть. Сейчас посмотреть, куда идти надо. Как-то выйти надо. А вот так выйти можно. Здесь можно так разбежаться в зомби и прыгнуть. Вот так вот. Сейчас я разбегусь так. Вот так вот можно. Лучше, конечно, бить им по ногам. Лучше им бить по ногам. Вот такая, короче, друзья, игра. Не очень. Ну, мне так понравилась она. Я только в ее одну играю. То есть можно дрочки кинуть. Вот, например. Пнуть можно кого-нибудь. Вот, на меня напали даже здесь. Здесь, короче, надо вот так пинаешь, потом бьешь. Потом убегаешь. Вот здесь. Какие-то бабы жирные здесь бегают. Страшные. Зомби. Потом так, ох. Пинаете. Бежите до цели. Потом вот так вот. Да блин. Что-то меня кто-то там сзади толкает. Можно гранату кинуть. Сейчас им гранату кину, чтобы они все сдохли. Вот сейчас кинем. Какой-то зомби весь, смотрите, горящий. Страшный. Вот, короче, такой пляж, как, почти как в GTA 5 здесь пляж. Это вот видите, такой пляж здесь. Тухни. Ну все, ничего не глючит, все нормально. Здесь как бы топить. Вот зомби идут. Мне не попал я. Вот так вот берете его, сначала бьете, потом пинаете, потом опять бьете. Пинаете. Бьете. Потом топчете его. Вся трава, видите, в крови. Ну здесь как бы получше, чем график, чем в GTA 5-то. Здесь вот тени, отражение, вот это тени, вот даже вот тени, вот как выглядит здесь вообще по-другому. В реальном времени здесь, короче, тени прорисовываются, когда, например, пальма вот эта крутится, ну и пальма здесь получше смотрится. Вот если в GTA 5 бы такая графика была бы, ну как бы обновили бы ее с такой графикой, то было бы, конечно, хорошо. Это в GTA 6, наверное, только такая будет графика. Короче, здесь графика вообще отличная. Графика мне здесь понравилась. Вот я иду до своей цели. Вот смотрите, в GTA 5 тоже такая качалка была. Вот в GTA 5, только здесь ее всю посломали, зомби. Вот можно так пинать их. Ты что ж со мной драться хочешь? Короче, берете их вот так вот гранатами. Сейчас они все взорвутся. Ну, зомбаков здесь вообще много. Потом так вот дротиками стреляете. Потом так вот. Тебе что надо? А? Фига здесь налетели. Сейчас, короче, у меня здесь. Вот так берете. О, нифига себе. Тебе худеть надо. Похудеть. Ну, в принципе, они слабаки. Так вот берете, на тебе. Потом так вот берете, так, уа,
Ты-то куда полезла? Тебе надо утухнуть. Ну все, такой топчете. В принципе, игра мне понравилась, так что вообще я доволен. А опять налетели на меня. Что он в зомби умеет превращаться, здесь у меня новая функция открылась. Но здесь пока мало зомби, я пока не буду ее включать. Где будет много зомби, то можно будет. Ну, по графике я хочу сказать, она не самая лучшая, конечно, графику. Так близко, когда подходите к текстурам, то, конечно, так сдалека смотрится более-менее. Здесь вот куда-то мне цель показывает идти. Какую-то кнопку здесь надо нажать. Вот так вот нажимаете, вот. Куда-то он залезть хочет. Так в зомби ковыряется. Башка у него у зомби, прикиньте, оторванная, лежит и двигается. Зрелище, конечно, если не слабое. Но мне здесь нравится то, что здесь все реалистично показывают. Кишки, графика, там рука отлетает, нога отлетает. А лица как людей прорисованы. Короче, как будто бы просто взяли, вот вышли, сняли на хорошую дорогую камеру. Нифига, он в зомби сердце вырвал. Да, игра, конечно, не для слабонервных. Вот видите, сердце держит. Сейчас мы пропустим, а то страшно смотреть. Вот здесь 47 FPS показывают. Где-то до 30 даже проседает, но играть можно. Здесь гантели, сейчас посмотрим, какие здесь есть, какие красивые здесь гантели. Штангу так взять, ее по мышце прокачать. Нифига здесь. Это как в GTA 5. Теперь куда мне идти надо? Опять обратно, походу. Все, видите, ее парализовало током. Не лезь. Ну, короче, от 30 до 50 бух, походу. Вот 60 даже. Ну, так, в принципе, не глючит. Детализация пальм тоже хорошая, в принципе, нормальная. Игра, играть можно. Можно еще вот такого зомби превратиться, вот. Вот такого зомби превращается, и так вот их... Просто их разрывает. И все. Лучше, конечно, им по ногам бить. Аккумулятор забираете. Сейчас мы кого-нибудь током долбанем. Аккумулятор, когда забираете, можете это кинуть в зомби. И их током пролисует. Вот смотрите. Вот ее током пролизовал, и все, и она умерла. Они еще жива даже. У меня где-то патроны. Вот можно взять оружие. Вот, например. Нифига, сейчас взорвется. Сейчас машина взорвется. Ну так, а в принципе, игра хорошая, вообще нормальная. Когда себе процессор новый куплю, буду тоже не играть. В принципе, игра хорошая, вот смотрите. Ну так, в принципе, просадки FPS есть, но не сильно, потому что игра-то новая. Это вообще ползет, смотрите. Горящий бегун. Все, у меня патроны закончились. Вот так вот его уберете. И все. Даже горевшие зомби здесь бегают.
Все, убили, короче, меня. Вот такая вот, друзья, игра. Так что игра хорошая. Мне, в принципе, нравится. И так, когда делать нечего, можно иногда поиграть. Жизни коню нету, естественно. Кончились. Аптечки нету. Ну так, в принципе, играете, шлейфы, да, там какие-то писали в комментариях. Конечно, шлейфов нету здесь. Этот вообще какой-то взрывающийся зомби еще бегает. Вот такие вот зомби есть. Все по ногам угла. О, аптечку нашел. Иди отсюда. Все, аптечку. Тебе что сказали? Иди отсюда. Здесь, короче, им забор перелезть надо. Там какой-то зомби. Вот смотрите, какие здесь спецэффекты есть. Все рушится. Сейчас это упадет, взорвется. Ты сцерна какая-то упасть хочет. Нифига себе. У них аж уязвимость к огню есть. Потанцуем, ему говорит. На тебе. Вот на тебе. Не, такого-то я точно не... Сильный. Короче, все, я читать погиб. Короче, они сильные здесь некоторые есть. Все убили, короче. Вот такая, короче, игра интересная. Мне, в принципе, она нравится. И, друзья, монитор хороший. В принципе, если вы будете такие же мониторы брать от других производителей, там, например, от LG есть, еще какие-то другие, Thunderbolt есть, Thunder Robot есть, да, например, то, конечно, вы это какого... Ну, там будут свои минусы какие-то. На других мониторах там другой цвет будет бликовать чуть-чуть. Короче, так YouTube смотрится. Вот можно любое видео здесь смотреть. И здесь, в принципе, нормально это. Нормально, короче, здесь, в принципе, можно видео смотреть. Вот я свой канал, например, открыл. Видео, если вы включаете видео, конечно, не на полный экран идет. Ну вот, 1080, например, видео вы вот такое будете смотреть. В принципе, оно будет не на полный экран, вот смотрите. То есть будет, ну, 1080 это. Фильмы, если в интернете будете смотреть, сейчас вам покажу. Фильмы на таком мониторе смотрятся тоже хорошо. На полный экран, например, смотреть. Фильмы, например, пишите. И все, например, вот включаете фильмы, какие хотите. Вот, например, сейчас любой фильм откроем. Букмекер Пари объявляет бойкот. Посмотрим. Реклама везде. Букмекер Пари объявляет бойкот. Если фильмы в интернете смотреть любые, то на полный экран идет.
Если YouTube смотреть, то, конечно, не на полный экран, наполовину где-то. Вот так смотрите, хорошо смотреть вот фильмы. В принципе, монитор вообще отличный. Вот смотрите, это какой-то корейский или китайский фильм. Как не просто моя личная победа. Японский. Громче. Поговори громче. Чего это была победа для всех? И. В принципе, качество такое. Смотришь фильмы, например, что здесь VR-матрица считается, она самая стрёмная. Да, ну VR, TFT, там TFT фильм есть матрица. Потом VR идет, потом IPS матрица. И самая хорошая матрица это идет OLED. OLED-дисплей, AMOLED и OLED, и вот эти 8K OLED, вот эти Samsung выпустили телевизор 8K OLED-дисплей. Вот такой, например, смотрите, смотрите, вот все на полном экране, фильмы. Вот мотаете, например, мотается, конечно, долго интернет, не сильно. Вот так, в принципе, можно фильмы смотреть. YouTube можно смотреть. Все вот. Разные видео. Все вот. Такой монитор хороший. Вот так что вот в настройки заходите, например, монитора. Здесь у нас есть настройка изображения. Время отклика делаете на среднее. Устранение шума на среднее, а время отклика на движение, если кому надо, включаете. Он чуть потемнее становится. Depth Resync я его не включаю, толку с него вообще никакого нету. Ну, разницы вообще нету, что ты с ним, что ты без него. Так что это все фигня. Так что вот такой вот монитор. Сейчас мы даже Counter-Strike 2 запустим. Вот запускаем Counter-Strike 2. Проверим, как на процессоре i7-3770 будет Counter-Strike играть. Все, вот запуск игры идет. Загрузка контента какого-то идет. Обновление. Сейчас обновиться и будем поиграем. Вот все, Counter-Strike запустили. Здесь пишут, что надо видеокарту обновить, драйвера. Не обновляю их. Но это все фейк. Да, кто-то там пишет, вот надо драйвера обновить, и видеокарта типа будет играть типа хорошо, типа игры станут по-другому. На самом деле это все. Экран стоит 2560 на 1080. 144 Гц стоит. Стоит все на высоком. Заходите играть, например, выбираете, какую карту вам больше нравится. Мне, например, вот эта карта нравится, например. Если там есть игроки на этой карте, вы будете играть. Сейчас посмотрим, как эта карта будет доступна, и все. Сейчас посмотрим, как это будет загружаться. Ну, в принципе, процессор под эту игру подходит. Бой насмерть, все против всех написано. Загружается, в принципе, нормально. Не скажу, что долго. Просто за счет видеокарты. Процессор слабый, конечно. Вот выбираете команду, например, за террористов хочу играть. Это какой-то просмотр был. Опять загрузка какая-то пошла. Такая, короче, игра. Ну, в принципе, не глюч, нормально играет. Только я здесь, конечно, нуб. Все, мне сразу же убивают. Всем моим братьям туда. Здесь что, кто-то по микрофону разговаривает.
Короче, так вот. Ну, в принципе, играет хорошо, игра. Опять убили. Короче, здесь надо, видите, постоянно играть. Там кто-то уже матерится, но здесь, короче, по-страшному матеряться тоже. Ё-моё, я играть не умею. Все, я двоих убил. Кто-то матерится уже. Там, видите, матерятся даже. Тебе, блядь, мать на лицо сядь, бобоёб. Там фига матерятся, так как страшно. Все, меня с одного выстрела вынесли. Ну, короче, так вот я играл. В принципе, мне нравится эта игра Counter-Strike 2. Мне вообще эта игра нравится. Вообще. Блин. Ну, 1-2 можно убить за это. Ну, так, незаметно, если подкрасться. Все, вынесли. Это, видите, надо постоянно играть. Бегать надо, короче. Здесь бой насмерть, короче, насмерть, братан, насмерть тебя надо убить. Понимаешь, что здесь насмерть бой. Насмерть, понимаешь, насмерть. Либо ты, либо тебя. Не, ну, так вот на открытую нельзя выходить, а то тебя замочат. Так и так замочат, короче. С петушком пошел. Ну, если вы, конечно, в голову умеете быстренько целиться, если вы уже, то, конечно, надо чуть-чуть повыше стрелять в голову. Тогда да, конечно. Вот я только не успел выйти, меня замочили. И что там, матеряться? Да, жесткие, короче, здесь ребята играют, я так скажу. Вообще жесткие, вообще, ё-моё. С УЗИшкой-то я, конечно, не смогу. Я почти на последнем месте. Да ё-моё, они чё как-то это, как снайперы, короче. Ну, короче, в неё можно бесконечно в эту игру играть. Игра хорошая, в принципе, вообще отличная. Как она играет плавно вообще, 144 Гц, это реально вообще хорошо. У меня FPS, конечно, здесь не выключен, я не знаю, сколько у меня FPS. Братан, тебе насмерть надо убить. И меня насмерть. Блин. На последнем месте практически. Так, короче, играете, вот и все, и нормально. Так вот игра играет, в принципе, нормально. Курица здесь, как обычно, в Counter-Strike любит бегать. Не, с пистолета здесь, короче, нереально убить никого. Блин. Толпой, короче, налетели. Да ё-моё. Все, короче, такая, друзья, игра. Напишите, как вам игра, играли ли вы в нее. Этот вообще убить не мог. Некоторые здесь не умеют стрелять.
некоторые хорошо стреляют. Ну, короче, вот такая, такая игра. Вот такой, друзья, был отзыв на монитор Xiaomi 34 дюйма Gaming Curved Display, ну типа изогнутый. Монитор отличный, в Counter-Strike 2 на нем играть вообще отлично. На Озоне сейчас можно такой монитор за 23 тысячи купить, но в игры на нем браво играть. Ну и просто даже если фильмы посмотреть, отличный монитор. Нужно его правильно настроить, вы должны в настройки видеокарты зайти, 8 бит поставить, потому что он по умолчанию 10 бит делает. И нужно в настройки монитор зайти, режим отклика поставить на среднее, чтобы более-менее шлейфов там не было, вот таких градиентов черного цвета, что он с черными цветами плохо дружит. Ну а так, в принципе, меня монитор всем устраивает, и в принципе доволен, хороший монитор. Напишите, что думаете, хорошее изображение нет. Ну, VIA Matrix, конечно, это не самое лучшее, но в принципе нормально, можно играть.